Написано, воец Яков Мибер. Откуда вышел? Израиль. Мибер Шева. Воеле Харана. Со мной? Проснулись? Воец Яков Мибер Шава. На дне Шева Бер Шава. Воеле Харана. Вышел и пошел. Сначала, что нам говорит Раши, ну, написано двойной язык, и вышел, и пошел. Зачем писать пошел, надо вышел, пошел. Вышел и пошел. Не хотел? Обычно не хотел. Уходит из дома обычно. Обычно было написано в основной параначале параши. Смотрите, конец предыдущей главы. Предыдущая глава, 28 глава. В смысле то же самое, но предыдущая глава. Пасук 8 и 7. 7. Пошел по данному. И услышал Вайшма Яков Элавив Велимо. Сюда папа слышал маму. Ваелех Падена Арам. И пошел туда. А ты же пошел. Еще раз пошел. И вышел и пошел. Кен? Что там было, чем там закончилось? Что после всех там, всех, я знаю, можно сказать, балаганов, что там было с этой, с первородством и там с брахом, что получается, Исав сильно сердится, потому что забрали у него браху. Мы думали, ему было положено, сейчас он получает уже не в том, как сказать, не с той силы браха, когда выжимаешь человека. Когда человек его благословляет, кто-то благословляет, так и другого. Хотя когда Ицхак понял, что это было, что если так получилось, значит он жил обманом, это не должно было быть. Потому как он, как мы знаем, что Ицхак принял эту ошибку, что так должно быть Мишамаим. Написано Гамбарухие, когда после этого, когда Ицхак благословил и благословил Яков вместо Исава, так и плачет, пришел, забрал мою, смывал мне браху, что говорит, Исхак, гамбарухие, потвери браху, что устроится, потому что понял, что это сверху все. Его благословил. Сейчас Исав гневается, Ривка говорит, что вас не потеряла обоих, лучше иди. Не раньше, чем через полчаса, мой Израиль, я у него с автобусом что-то. Закончил, да, больше, чем планировал. Я сказал 20-25, говорит, не больше. Ну, да, автобус что-то случилось, чтобы все было в порядке. Значит, повторяю, там Исав хочет убить, Ривка это слышит, как она услышала, Уруха Кодиш. Ясно, что-то планирует убийство, он делает это, чтобы все знали. Он все хочет, когда, как мы еще говорили, у него был план, но он его не сдержал, какой у него был план, когда умрет папа, я тогда убью Якова. Так, Ривка услышала, да, чтобы не проливать кровь, не делать гражданскую вину в семье, дома, иди туда, и тебе уже нужно жениться, и там есть невесты. Интересно, что туда ее посылает своему брату. Если, я думаю, что в Танахе, по моему мнению, Танахе герой, так в кавычках, самый такой опасный для еврейского это Исав. Но все равно посылает туда. Лаван или Исав? К Лавану, да. И самый опасный Лаван? О, я так думаю, да. Лаван, я не вижу, кто больше опаснее, чем он. Говорят, он был намного выше духовно, чем сам Яков. То Лаван? Да. Нет? Глупости. Ну, а почему так пишут? Я не знаю, кто пишет, это глупости. Просто он выбрал неправильный путь и поэтому стал негативной личностью. Все так, без натарного. То есть у него было, помните, мы говорили даже в этом пророке народов, Билам.
Почему его сравнивают с таким величайшим человеком, как Моше? Ну. Но он выбрал же левую как бы, сторону и стал плохим. Он был, но сказать, что он был духовным, дал Всевышний, чтобы видели, что в Гоем нету пророка. Да, пророку тоже еще было, но это что он на духовное. Если человек идет, убивает, он скажет, что я максимум для храма, если сейчас хамас его не более духовное. Он не убийца, не идиота, не подонки, это даже не люди. Это вся человек, это невозможно. Лаван, что хочет убить своего племянника, одно. Потом муж своих дочерей, второе. Папа твоих внуков, третье. И ты его убить, он хочет... Тогда, Авраам, откуда у него такие две дочери, которые являются праматерью Израиля? Это вопрос уже более серьезный, но куда такие дочери? Но он, видим, это даже не то, что ищем, это какое-то, что какое-то дрошали что-то. Ведь написано, что он хотел делать. Да, понятно. И мы даже, когда читаем Лель Седер, Песах, что мы читаем? Начинаем, что Агада Песах, что хотел убить это, уничтожить народ. Он начинается с Лавана. Убить отца своих... своих детей, твоих внуков, еще он своих детей, чтобы не было, у них не было папы, чтобы у жен не было мужа. Это, духовный так не делает. Может, есть потенциал большой, может быть, что он умный, может быть, что действительно, может быть, что сильно ученый, но не духовный. Это сказать, это, от этого как Шамай варит. Поэтому я сказал, что это что я, потому что... духовный, может быть, потенциал может быть. Может, потенциал, я неправильно выразился. Потенциал, что он не проявился совсем. Да. Знаешь, что-то, если Ривка посылает туда, значит, ну, знаешь, там есть вообще, там видно, кто спрашивает, откуда получились такие две жемчужины. Ну, что это семья есть, потому что с этого вышла тоже Ривка. Кто у нее был брат Лаван, кто у нее был папа Бетуэль. Один идет больше другого. Они... И там же хотели убить еще Элиэзера, когда он там был. Не дать ему Ривку, а получили подарки, получили 10 нагруженных верблюдов, получили, то убьем его, а потом будем искать другого жениха, будет еще какой-то богатый. Это уже забрали, деньги может избавиться. Но есть там, но это смерть, там был тоже Авраам, но там были другие. Но это у себя еще есть потенциал большой, Зенахон, но полно там идет его тоже. Есть, ведь и чем больше, тем больше падение тоже больше. Если человек, какой был один фильм, Рам и Хуа, да, который, что-то Рам и Хуа плохой, Михуара такой некрасивый, что-то, там было, напомню, что там одно изречение такое, ну, да, все про этих в Америке, что как называют, что с индейцами или против индейцев, эти всякие... Тот период, фильм с того периода, так. Там другому сказал, что он мне удивился над ним. Ну, когда я тебя свалю, да, это будет, потому что он был большой-большой. Да, падает большой, так слышно, как бомба большая, больше взрыва. Маленький человек падает, так он не так. Земля не дружит, когда падает большой, земля дружит. Так тоже, когда больше люди, что не больше с потенциалом, так они тоже больше вреда делают. Откуда пошел тот же Амалек, скажем, по женской стороне? По мужской знаем, что ты Сава, а по женской Тимна, что была наложница, не Исава, даже Исава и его сына, забыл, как его зовут. Элифас, Кен. Она была любовницей обоих. Но говорит, Тимна, что она дочь Шалуфим, дочь королевская была. Она хотела сделать гиюр, его не приняли. Ни Авраам, ни Ицхак, не хотели принять. Пошла к этому, к Исаву. Хотела по семье связаться, но так у нее тоже пошел Амалек. Больших людей идут тоже большие, но скажут, что они духовницы, таким, но они большие, больше идиот, чем такой человек. То, вкратце сказал, что я хотел сказать на эту тему, здесь Ривка хочет вас не похоронить. Говорит, вместе, лучше что делай, уходи к моему брату. Там брата, знаешь, к брату не сильно подходит, там у него тоже широкие плечи, его все боятся.
Ее боятся, потому что он сильный, он боятся, потому что он идиот, что-то, что он ненормальный. Когда человек ненормальный, так его боятся. Сказал один, есть комментирует войны, есть один, что он с этого, с родом, он Парас, как Парас? Иран. Иран, родом с Ирана. Он там учился, закончил, потом приехал сюда, у него такой акцент иранский, такой страшный. Но он комментирует, как сказать, то, что, я думаю, лучше всех. Он сказал, с арабами нужно говорить на арабском языке, не на... У нас здесь правительство, в основном ашкеназим. Скажем, что они привыкли в европейский язык. Но арабам нужно на арабском языке говорить. Если будешь на его языке, значит, его легко говорить на арабском. Говорит то, что они делают, так им тоже делать. Чтобы понимали, что здесь нормально. Он сказал очень правильно. Говорит, если первые, когда такое сделали, не погром, даже тяжело назвать, то намного хуже, что они сделали, эти бандиты, Машмам без их храм. Ведь если бы пустили на газу, бомбили 50 тысяч, 100 лет больше не будут начинать уже арабы после этого. Почему это ненормально, с ними начинают. Когда считали евреев ненормальных, это мы когда были, я помню, было два случая. Один еще Шарон, Ариэль Шарон, что он был, по-моему, 101-й, какой-то случай, он сделал мстить, когда что-то делали с Ярдени, заходили сюда, потом сюда влезали, всю деревню, потом кто убежал, то убивали. Вышли оттуда бандиты, их наказывали. Не начало, после этого не было больше. Еще раз был, когда то, что-то сделали, Бен-Гурион сказал, что забрал, с того места не должно быть там никого не остаться. Больше там закон. Это место больше никогда. Ни то, ни другие боялись. Они ненормальные. Ненормальные уже все как нормальные. Не будь, есть такое, на иврите говорят, в Риме, будь как римляне. Не веди себя другим. Так же точно веди. Чтобы понимали, с кем я имею дело. Это плохо. То, значит, уходи, и он что делает? Должен уходить, тогда мама просит. Потом Ривка что говорит, чтобы это было более, уже здесь, уже раньше, Ицхаку не рассказывает, что там происходит, но сейчас сказал, что он, смотрите, югарте Ривка, было ему 42-й посуг, 27-я глава, ותשלחו את יקרא ליעקב בנה הקטן, והיא אם הוא פוזבה לה סנה, ושידו, כל חודשת יאובית, ואתו תלושה שו, דלו יחודי הצודה, פוקה פרודיות ואוגניה, ופתום ורניוסיה, אתו, היא פושט שו דלעת, אל יצחק, וזה שרסקז בית. חצתי בחיי, נשו, אומנה ז'נשינה, יש לי שכנו סקז'ת, что этот хочет убить этого, то будет для Ицхака большая-большая травма. Большая травма. Почему? Сын хочет убить сына. Одно потом, что он может. Что она говорит? Эти женщины, эти жены, что Исав взял, тем женам лучше умереть, чем если Яков возьмет жену отсюда, что они делают, а вода за вода, так лучше умереть. И что? Нужно послать его и сказать, что ну, там, где ты нашел меня, там, где твои родители, значит, тоже друг друга, все ко мне. Седер зовет, но не говорит ему, что она так, бехохма, как напишет, есть такое решение, хохмат нашим бана бейта. Умные женщины строят дом, держат дом, устойчивый дом. Что он хорошо держится. 28 глава. Вайкра Ицхак эль Яаков, уже тоже ему сказала, значит, нужно что, женить? Это послать его женить? Не, иду тебе сейчас. Почему он его посылает? Пойти жениться. Okay? То есть Ицхак он его посылает жениться, Ицхак не знает, что он убегает? Это что не знает.
Он же был мудрым, что он не мог сопоставить факты, понять, что происходит. Оттуда он знает. Но, во-первых, Исав крикнул страшно, почему так произошло. Один раз он кричал. А этот как раз в этот момент убегает. Это было что-то. Он мог соединить. Все это. Он один раз кричал ненормально. Если бы это было. Почему как голос Якова? Почему он говорит голос Исава или голос Якова? Он знает, это не то, что он голос, а что он говорит. А потому что это крики, так, Яков потом говорит так вежливо. А Исав кричит, или встань, папа, как он? Не кричал, но он говорит, встань, папа, надо встань, папа. Яков так не говорит, встань, папа. А если, как это, как он говорит, что он говорит? Он кричал, кричал, один раз он кричал. Иногда тоже не кричал, что просто иногда бывает крик, что он даже говорит, что не так, не сильно так остро, он тоже кричит, потому что он говорит. Что если кто крикнет так, то «Уй!» меня ранили. Это не то, что он кричит, это сильно врезается, потому что что произошло сейчас. Так тоже там, может быть, он кричал, не кричал, но все, я смобился, кричал бы, но это не первый раз он кричит. Но Ицхак посылает его в Арар, смотрите, пасук 28 глава. Сначала позвал Яков, Ицхак Якова и благословил его. «Веецавеху». Мазе цавеву, лецавод наставляет, это уже приказ, это мицва. Не просит его, вайцавеву. И Трис говорит, если лучше умереть, он понимает, что здесь происходит, что с этими перегнулись с этими женами Исава, ну, что тоже это не получилось, кто будет брать Яков. Он не знает, иди туда. Да что, но на своей коже, лоти кахишам и бнотнан. Отсюда ни в коем случае не брать. Если даже, я думаю, это начинает такое, что даже не найдешь жену, все, но отсюда не бери. Лотика. Не написано сначала иди туда. Сначала первое, что ни в чьем случае не брать жену отсюда. Не брать кананейские жены. Кум лех падейна арам, бейта бетуэль, дом бетуэль, это дедушка и папа Ривки. Ави имеха, веках леха миша миша, мибнот Лаван ахи амеха. От дочерей Лавана. Ну и сейчас, видите, это браха, что он его благословляет. Сначала написано, благословил его, это было благословение. Сейчас, до сегодня уже, кей шадай и варех отха. Слышите, тебя благословит. Мазай, чувствуешь себя хорошо? Бежал так. Верехотха, благословить тебя, вяфреха, слово пру урву, размножить, вярбеха, увеличить и пру и рву. Значит, как Адаму сказано, Адам решен, пру урву. Почему нужно и пру урву? Это две разных комментария, Берешит написано, это две разные. Какие? Плодитесь, это значит рожать. Так могут и животные. Но размножаться – это значит строить культуру, социальный мир. Животные больше размножаются. Размножаться в том комментарии имеется в виду… Я слышал, что там надо иметь и девочку, и мальчик, чтобы делать мицву полной. Ну, это уже… Это тоже. Пру-урву нужно. Сначала пру, чтобы есть при. При – это вот один. При. Рву – слово гарбе. Положать и размножать. Было много. Не знаю, то просто пру урву. Но если сказать пру, то знаешь, что человек после себя оставил, это минусное размножение. Если человек каждый рожает только одного, это значит, это не будет размножения совсем. А, пру урву слово. Рву слово гарбе. Пру, перот, при. Перот, рву размножаться. Видите, веяфреха, веярбеха, веита легаль амим. Мазе гхалями, посмотрите, что там пишет, На квеча дай, кто-то, знаешь, говорит, что сказал миру, дай, дело гнить за миром, тебя будет рожать. Легхалями пойдут у тебя, народ имеется в виду колено тоже. Леха улезареха, витен леха, а, что здесь? Витен леха даст тебе брикат Авраам. Браха, что получил Авраам.
написано, что было сказано Аврааму, сделай себя большой народ, сказали Ам, Легой Гадол, и будут тобой благословляться народы мира. То, что получил Авраам, что ты получишь. Значит, это браха духовная. Получишь землю, получишь это народ, что Всевышний передает браху всему миру, верец мегуреха, эту землю, что все получил Авраам, это будет тебе. Такое благословение. Значит, видно, что я хочу сказать, кто-то хочет что-то спросить. Что здесь видно? Слушайте внимательно. Что то, что я говорил, Ицхак, у него было две брахот. И для Исава, и для Якова. Исав, только Исав старший, знаете, Исава. То, что у него есть концепция какая, что пойдет народ от обоих. Так у него оба братья, близнецы. Одна мама, один папа. Пойдет народ от обоих. Поэтому, там, что дать, что пишет Шломо Мелех, Ханох нар альпи дарко. Воспитывай ребенка, не ломай его характер, как он его любит. Если он, например, видишь, что он любит кровь, так учу, пусть будет хирургом, пусть будет мойлом. Те, кто делал? Шая? Шафит, кто тебя врезал? Не, Рафавадий Исаков, главный раввин Дербента. Ага. Вчера был на этом им, был Шай Шафит. То есть, в синагоге видел лет 20-30, может быть. Значит, начинал обрезать, потом мы послали его в... То и мы после этого раз-два раза, но лет 20 почти не видим. Он же в книге рекордов Гиннесса. Что? Шая Шафит больше всего в мире обрезание делал. В книге рекордов Гиннесса. Такого быть не может, но... Да, да. Этю такого быть не может. Но был мой здесь, что сделал 100 тысяч обрезаний, шая нету 50 еще. Здесь, мало что делать. Все делали здесь тоже много людей, мало в этом делал. Я помню, один раз, как его, ну, то его, это что делал. Он умер, довольно молодой был, где-то лет по 60-м, 62-3 были, когда он был самый такой, все брали. Может, это Олимха, значит, больше всех обрезали, русскоязычных, да, это может быть. Но этот, как его, что сделал, он делал 100 тысяч, один раз я был с моим другом Зихлон Ибрахам, уже умер давно уже. Так, этот зашел там, делал обрезание, мы сидели, помню, это было в этом Кирят-Ювеле, там было в Ешива, это, где Рау-Тау, там Рош Ешива, называется Арамор, это еще это там Рау-Кац, его дочь делала обрезание, так тот ее муж там учился, больше напросил нас тоже. Так когда вошел мой, так я встал. Спрашивает меня друг, почему встаешь? Он сделал 100 тысяч обрезаний. Нужно встать. А вот он, это и подает, что он тоже так делал. Шай, наверное, сделал 30 тысяч, я не думаю, что больше. На приходе написано. Пока я не нашел, я узнаю. Но я могу его спросить, позвоните ему. Искать Рав Камышева, он был Рав Камышева. Камышева знаешь? Ури. Так он у него был, я могу спросить, он с него на переписке. То вернулись сюда. На эту браху, что я хочу сказать, что были две брахот. Одна браха была для Исава. Когда я сказал, что воспитывай ребенка, юношу, или воспитывай... направил его способности, чем он скажем, если еще рисует, может быть художником хорошим, пусть если сейчас его преподать музыку. Музыка тоже, но это не для него. Или другое еще, или кто-то, что даже кто-то хочет склонность крови, что-то, так делай его мой, то там правится, не хирургом, не что-то, это, как, так пишет Гмара. Так, у Исава было способность воевать, так будешь его больше, это колхозником будешь, солдатом хорошим. А Яков, что духовный, приходит написано «Биркат Авраам». Но
Ривка видела, что если Яков будет зависеть от Исава, будет его защищать, будет ему снабжать его хлебом, так Яков-то будет ходить голодным и беззащитным. Так, делать так, чтобы получил Исав, и Яков получил эту браху. То, но сейчас его посылают в Кен. Вайшлах Ицхак Яков, и написано, смотрите, дважды написано, пасук пятый. Вайшлах Ицхак эт Яков, ваелех падейна Арам. Ваелех, и пошел, нахон? То сказали бы пасук седьмой, снова написано, Ваишма Яков велимо, ваелех падейна снова. Послушай, там послушаю папу, здесь и папу, и маму, и пошел. Седер, так закончилась предыдущая глава. Сейчас наша недельная глава Ваеце, написано Ваеце Яков, Ваелех. Вьем Бершева, Ваелех Харана. Повторяю, двойной язык, здесь двойной язык вышел и пошел. Нам пишет Раши, до Раши, я вам скажу так, до Раши сначала. Там есть у него, Якова есть сейчас две мицвот. Какие две мицвот? Мицват папа, мицват мама. Почему ее посылает мама, скажите мне? Мама, почему ее посылает? Якова? Да. Так, чтобы спасти первое. Чтобы спасти, чтобы это... Чтобы его, например, ушел и вышел туда. Выйди с этого места. Вышел. А пошел, потому что папа посылает, иди туда. Есть двойной язык, что есть и... выйди отсюда, значит, здесь опасно. Даже пойдешь в другое место, но здесь опасно. Значит, воеться, потому что нужно отсюда выходить. Вышел отсюда. И пошел, потому что папа посадит, идет туда. Так сейчас мы начинаем это комментарий. Раша напишет другой, почему написано «Ваеце». Раша пишет так. «Ки ециат цадик мин амаком оса рошем». Когда цадик выходит с места, делает впечатление. Делает рошем. Что такое рошем? Как будто лиршом записывает. Как говорят. Почему? Так будет Раши. Когда уходит. Я вам скажу что-то параллельно. Когда находится, цадик находится в каком-то месте, так место известно чем? Чем известно Радин? Радин был небольшой городок, такой как поселок. Но весь мир знал. Почему? Хафец Хаим там жил. Хафец нам известно, так все знали где-то местечко, или там, где был чем-то другие, так все эти места знали. Леавдиль, там, где, как это, откуда Шагаль, с какого города? Витебск. Так чем известно Витебск? Кто-то знал про Витебск? Ну, Шагаль, там жил Шагаль. А здесь оттуда ушел другое место. Другое место было известно, что он туда приехал. Так пишет, Раши делает рошем. Раз напишет, я свой язык более такой красивый. Потому что когда цик находится вместе, он и слава этого места, и все это он там. Поэтому делает впечатление. Когда он туда выходит, все пустеет, там никого нету. Нечем хвастаться, кто такой. И скажет, что Шагал оставил Витик, значит, там плохое место. Значит, как это плохое. Так, поэтому делает рошем. Седер? Поэтому, например, вышел, когда уходит Яков, такой цадык с места, так место опустело. Кен. Рошем? Кен. Рошим? Рошем. Реш вау шин мем. Реш вау шин мем. Это что? Впечатление. Как? Впечатление. Впечатление. Сильное впечатление. Кен. А почему она отправляет его именно туда? Она могла предполагать, что там он найдет себе тоже жену? Она же могла отправить его в другое место? Было ясно, что с кананейцу не берем. Отсюда здесь нечего брать. Кнан проклят. Если не хотели за дочь Элиэзера выдать, что он был цадик, так что себе других искать? Даже цадик не хотел Авраам, то Авраам его знал очень хорошо. Элиэзера. Тоже не хотел. Так, здесь это еще больше. Сейчас у меня вопрос. Мы сказали, что почему в Ваеце, что я тебе сказал? Выход с Элика с места делает рошим. Делает все впечатление, да, большое, большое. Вышел. Большое впечатление. Не только, чтобы будет, что-то пути, там что-то нет, много чего нету. Был цадик, сейчас слава, известно, все будет, там, сейчас этого нету.
Кен? Но у меня такой вопрос, почему... Нету, где нету? Что? В этом месте, он вышел, так что место опустело. А, так, где? Здесь, где он находится. Угу. Кен? А сейчас у меня такой вопрос, слушайте внимательно. Почему не написано это в рамах, а в рамах хочется делать рошим? Он не цадик? Да, но он выходит не из обетованной земли. А с какой? Авраам выходит же из Ур. Когда идет в Египет, откуда он выходит? Из Египта. А, вы имеете в виду, из Израиля он идет в Египет? Да, когда Ицхак идет в Гурар. Тоже идет. Почему не из-за этого? Это не написано. Здесь написано. Здесь, наверное, связано с личностью Якова, потому что он уже рождает весь народ в будущем. Это... Яков это Яков, Зенахон. Да. Но это не... Яков это, как сказать... Яков... Мудрецы называют Бехир Аавот. Бехир. Значит, есть Авраам, Ицхак и Яков. Бехир, мазы слово Левхор. Избранный из отцов. Самый. Самый. Гмара еще пишет так. Безхуд Яков родился Авраам. Из-за Якова? Из-за Якова родился Авраам. Да, интересно. Не что из-за Авраам. Значит, в хронологически, от Авраама пошел, но пока бы другое. Безхуд Яков родился Эткен. Еще интересно, прочитал, что это 7 глава получается, Парашат Шавуа. И это намек на то, что идея Берешит заканчивается, Яков начинает историю народа. Это одна из самых сильных глав во всем Берешите получается. Поэтому здесь он выходит как будто из... Боец? Да, так. Именно 7 глава. Может быть, то не знаю, но это в духе Торы, не скажу, что это глупо. Это в духе Торы, хоть я это не знал. Так может быть. Так все-таки, почему не написано у Авраама, Ицхака? Скажем так, слушайте внимательно. Потому что, когда выходит Авраам, на кого то делает рошим? На кого делает впечатление? Кананейцев? Не так важно. А? Ну, вышел. Здесь я вышел, не туда, куда идет. Там то делает. Но когда выходит сейчас Яков, то делает то, что наклон на Ицхака, а на Ривку. Сейчас не чувствую, сейчас к душа, шхина меньше. Никогда больше рошим. Человек на уровне Якова может чувствовать какую-то потерю. Конечно, пример, где умер большой раввин, главный раввин Израиля, есть большие, большие. Так люди, что вообще не верят, так для них это ничего не говорит. Кто плачет, кто идут на похороны. Религиозный, то чувствуешь, что знаешь, что это такое. Так тоже. То, седер. Вы написали двойной язык, вышел и пошел, потом два комментария, что... Без бутылки не пойдет так. Тебе нужно говорить наоборот. Не приди раньше, приди позже, тогда ты придешь раньше. То, идем дальше. Значит, рошим, потому что находили рошим, делали две мицвот, папу и маму, и поэтому идет и пошел туда, я затронул только, не буду идти, то, что он снится там, это где он остановился, там переспать, это пропускаем, вам рассказывали. Увидите, маком такое святое поле, святое место. Утром поднимается пасук 18. Вешкем Яков бабокер. Со мной? Утром ויקחת האבן אשר שם מראשותה, הוא יזיע לכם, משום בואו פולי פות גולובו, כעת פה שובים הוא יש שאתם ספעת, כעת אתם רואים שאתם בולי נוגו כמני, דבנצי כמני, ומצבה יזיע לטופם, ויצוק שמן על ראשה, ויקרא את שם המקום ההוא, בית אל, זה קדום סיבור שלנו, תהיה פה, פשוט יש פה, וידל רזני וידן, כי וידן עוד וידל, וידל... Получил здесь пророчество, можно до конца мира, и пророчество. Буквально все как будет с народом, как будет с ним, с народом, как будет. Пока написано, что
видит, видит король, как или король, кто сейчас был? Бавель. Увидел лестницу, нахон? Лестница, как ноги, как будто лестница держится на земле, и нишама. То я слышно видел, как это лестница просто была. То как штальшут мировая, как это, что там происходит. Назовем что-то, что скажем, что-то немножко вешено было, но потом вернусь, верните мне потом сюда. Мне кажется, первый, когда делал Шева Брахот, кому-то одну с парней, может быть, что-то один сейчас, не Бушерович, я также у него спрашиваю вопросы, особо знаю, я спрашиваю по кашруту. Не кажется, что ему делал, так я там сказал два Тора, это была эта недельная глава, я точно помню. Я сказал, сейчас я сказал там Браха, что написано «Вейне», видите, что здесь написано, «Вейхом совене магия», пасук 12 в этой главе, 28-я. «Вейхалом, снился сон, вейне сулам муцаварца, есть да, на земле, верошо магия шамайма», и куда идет вверх, нами? На небо. «Вейне малахей локим, олим вейордим бо». Поэтому если малахим поднимается, спускается. Так, все со мной? Малахим спускается. Так, сипур, что ты читал, что есть бы в зман бы в Чехии, это было после поколения моего, ну, максимум два поколения, после это с Праги, как называется, Моральный Праг, тоже место в Праге, был Нодабе Ягуда, такой большой-большой посек, Нодабе Ягуда, так его так назывался, Нода, Соладат, Нодабе Ягуда. И он, в его время, когда мы там рави, то просто или поколение, или два после Магараль в Праге. Умер один сапожник, и там у него, он писал часто хидушим по Торе. Сапожник. Писал много-много, писал. Было два или три чемодана, записи разных всяких. Писал тоже туда-туда. Сейчас он завещал после смерти, все с ним похоронить, не откажет, чтобы для себя. Как будто будет для него защита, что он там, что он писал. Два или три чемодана были записи всякие. Он плохой, сколько он работал, сколько писал. Вы пришли спросить у него, что делать. Ведь папа сказал, это не дать для рекламы, для чтобы пользовались. А но с другой стороны, может быть, это там какие-то шедевры, там два тора, чтобы люди, еще, чтобы люди то могут поднять мир выше на ноги, какие-то там хидушим большие. Что делать? Есть такая мицва шхилмера, да перед смертью кто-то говорит, это нужно исполнять. Нужно это исполнять. Но с другой стороны, то, что сказал тут, шхилмера, что человек едет перед смертью, шхил, мираж, и тем более, что он больной или что-то идет умирать. Там если кто-то делает завещание, нужно записать, все записать. Но если не успел, идет умирать, там есть свидетели, то, что как будто это написано, считается, как будто написано, хотя только запись делает. Но есть исключение, что идет умирать, даже не сказал, только сказал словесно, он уже не может писать, ему не успевает, говорит так и так, то исполняет. Он, так этот перед смертью сказал, не похоронить место со мной. Что делать? Или так, или так. Дорогие наставления. Что делает Нодабе Иуда? Знаете что? Думал, дайте мне принесите одну тетрадку. Одну какую-то запись. Принесла ты как раз эту недельная глава. Видишь, что ты снится ему сном, и там лестница внизу, и поднимается шамами, там по этой лестнице ангелы поднимаются и спускаются. И говорит, так, как написано, поднимаются и спускаются, это были молодые ангелы. У них были молодые ангелы отсюда. Почему? У них нету крыльев, потому что у ангелов есть крылья, так они летают. Говорит, это поднимают, значит, нет. Если у них были крылья, так они бы летали. Похороните все это. У христиан ангелы летают. Если крылья есть, нет крылья,
похотливости. Понял, что этот парень, он парень, ему до Тора очень далеко, лучше бы занимался, много сапог отремонтировал, то, что он писал, такие глупости, не христианские такие, это ангелы. Они молодые, молодых еще не выросли крылья, похороните. Это немножко посмеяться. Но сейчас вернемся, что он здесь видит, Яков. Он видит, поднимается, спускаются. Но я сказал другое, я сказал на двор Торы, я другое сказал. Поднимаются, спускаются. Нужно быть как написано? Спускаются, поднимаются. Ангелы наверху, спускаются, поднимаются. Есть комментарий, что когда Садик выходит из земли Израиля, ангелы меняются. Что делают? Ну, одни, что в стране Израиля, они поднимаются. Это будет Яков, это будем через неделю читать, что Маханаим, что пришли это ангелы, Хусас ангелы, зломишные, вот это не с этим связано, что эти, что ангелы Хусас, когда возвращаются от Лавана, они продолжают, Хусас возвращаются до границы, потом сказать, что ангелы верят и сели в такую границу, разные ангелы, это не те же самые. Это ангелы, вы имеете в виду с лестницы, это его дела, да? Действие. Я хотел сказать в этом стиле, но подбавится, что ангел, что человек, ты делаешь ангела, мы делаем ангелов. Хорошее дело делает ангел, что он защитник твой, плохой, он твой, что тебя наказывать. Есть прокурор, вы адвокат, что защищать, прокурор, чтобы наказать. Так далее, что он не спускается. Это ангел, то другие. Есть ангелы общие, для всего мира есть ангел. Но что человек, он сам делает тоже ангелов, своим действием. Каждый действие – это ангел. Любое действие, что делал сегодня, 10 действий – это 10 ангелов. Все 9 хорошие, неплохо, 9 хорошие, неплохо. Потом после 120 будет туда, и туда тебе, или гнать тебя в могилу раньше, или нас защищать от этого. В смысле гнать, чтобы избавиться от святого мира. Это так, поэтому, что делает, как происходит? Видит, что процедура идет, человек своим действием делает ангела, это поднимается. То, что спускается, это вводит все миры, вводит действия, и тот мир, другой мир, другие. Результат этого действия, он спускается, получаем здесь или для себя, или для другого, для народа, для всего мира. Человек что-то сделает, как скажем, это, что сделают сейчас эти бандиты, это сделали для мира столько вреда, что их нужно будет ремонтировать много-много лет, наверное. Потому что все убийство, это ангел Мехабель. Мы хвалим то довольство, вот спускает результаты то действия тоже, что хабала все, нарушения всякие разные. Это нужно много-много того учить, что делает противовес ангелов, что мы делаем так многие. Многих ишивах учат по ночам, учат больше, чем учили, читают турим, больше, чем читали. У меня с 12 до часу, я делаю только для этого дела, читаю. Ночью, не днем, до часу. Можно вопрос? А эти, которые результат спускается, так как может быть хороший, так и плохой, да? Не, результат это или так, да, или делать плохо, знаешь, плохой ангел, сделал плохой, сейчас я не имею, что плохое, получается плохое. А что вы делаете с 12 до часа? Читаю Телим, да, чтобы для... Целый час. Целый час. Ночью? Ночью идут двое. Потому что ночью идут двое сейчас. Они воюют. Не, вообще вы имеете в виду? Телим ночью не читают. Во-первых, когда нечего делать, читай Тейлим. Лучше это, если есть возможность читать Мишна или Галаха или Тейлим, так, но это до полуночи, после полуночи это 11:30 уже может спокойно, даже хорошо, лучше даже читать. Ну, многие так, у нас коньяк мы взяли всю ночь накрыли, один или два раза, даже всю ночь, когда человек какой-то придет. Я взял час, другие взяли полчаса, потому что тяжелее после этого, то стоит 2 часа. Если, конечно, идут наш ученик, человек позавчера, что с Равтуршем делает, как будто приезжает Сарада, Шимон, он поднимается, по-моему, или 3:30 или 3:45, и продолжает оттуда. Но он ложится раньше спать, ложится в 10 уже максимум ложится спать. Но с каждой ночью встает. Поднимается, что такое поднимается, спускается, это что делать? Сейчас Яков пообъясняется, вся ситуация. Но еще хотел добавить, что он видит, поднимается, что Всевышний показывает, что
Сар, что такое сар? Ангел, главный ангел, скажем, народ, если главный, есть народ, у каждого народа есть ангел. Там, где Яков борется против Исава, написано, ангел спустился тоже против Якова. Ангел Исава против Яковину. Ве поднимается и спускается. Сначала Бавель, что нас эксплуатирует, сначала был Бавель, потом был Мадай, тоже поднимается, спускается, после этого был Яван, тоже Яван это говорит, поднимается, спускается, после этого Адом, то это Адом, Исав. Написано, поднимается и спускается. Но должен держался, сам больше держался, там есть, там сколько там есть, Кабала немножко, мы не говорим, сколько лет каждый был, что ему показано, сколько, когда спускается, поднимается, спускается. Так, ну, Всевышний говорит так, ты тоже будет. Так я очень сильно напугался, не спускаем, тоже я спущусь. Сказал ему Всевышний, Аль-Техат, это слово пахат тоже, Техат. Аль-Техат. В Моцей Шаббат, если кто-то посмотрит, откройте книгу, там написано, Амар Ашем Леяков, Аль-Терав Деяков, Бахар Ашем Леяков, Аль-Терав Деяков, Гал Ашем Леяков, Аль-Терав Дарах, Каков Беяков, Аль-Терав Деяков, Хабаим Ашеш Яков, и так по Аль-Бет идет все, не бойся, Яков, идет Аль-Бет Гимдат до Кав, до последней буквы. Какая последняя буква? Тав. Все, не бойся. Ну, то есть, успокойте Якова. Но здесь тоже, здесь он тоже написал, что боялся, говорит им Всевышний, ты не бойся, ты не спустишься. Ну и в то время Яков напугался, набоялся, да. Он сказал, что ты тоже будешь спускаться. Говорит, если бы он тогда не боялся, сразу бы так он мог подниматься, вообще никогда не спускаться, но это не случилось. То хочу что-то закончить, может перетянем минуты 3-4, но я думаю, не больше. Значит, это называется место Всевышнего, хотя это называлось раньше Луз, Ваидар Яков Недер. Ведь нельзя, Шломилах пишет, нельзя давать недарим. Я обещаю, я даю клятву, я так нельзя делать так. Яков дает. Научим здесь, когда у тебя опасность, можешь тогда делать. Это в опасности. Человек все дает, так он будет держать. Потому что иначе не опасный. Да, сказал, забыл, дело не делал. И так много раз больше не делает, чем делает. Вот недарим могут, дети умирают в малом возрасте, потому что родители не серьезные, неосторожные, дают я. Над если он говорит, смотрите, пасук. Кав, 20-й. Вейдар Яков Недер, Леймор. Ими я Элоким и Мади, и все еще будет со мной. Ушмаран, и потом будет меня защищать от дороги, а куда я иду, Олег, венатан ли лехем лехол бегет лидбо. Он просит цадик, хлеб и одежда, чтобы было. Главное. Это пишет, главное, это хлеб, одежда. Цадик говорит, сова на вшо. Когда же кушает, он сказал, вчера тоже сова на вшо. Мада сова? Савея. Насыщаться, чтобы насытить душу, не тело. Тело нужно часто. Есть такие люди больные, что кушают всегда голодные, чувствуют, что все голодное. Есть такие наоборот. Есть браха, когда браха. Браха не то, чтобы тебе было много кушать. Браха, чтобы кушал мало, чтобы был сытый, чтобы был здоровый. Это браха. И вернусь, бешалом, бейта, ви вернусь домой к папе, маме, вместе с папой. Я шем лили локим. Я буду продолжать. Всевышним постоянно быть, этот камень будет бейт Элоким, если это сделать то место, где это. Векола шертитен ли, асер асрейну лах. Что дашь мне, вся десятую, откуда берется. Для этого есть тоже Варама, но здесь тоже якобы написано более ясным языком, что дается масер, чтобы все десятую дам Всевышнему. То Яков, например, поднимает ноги на плечи, да так говорят, и пошел. Это будет, когда доходит Яков до места и приходит у Харан. Сейчас он получил браху, получил обещание, и все, он доволен. Сейчас у него легко на душе стало после этого. И приходит туда, Венесу Шама, смотрите, Венесу Шама, я пасук 3, 29 уже глава. Вопрос.
Вот нет, до конца уже урока, когда будет время. Бер Басадевич, там второй пасук, Бер, это колодец, Вейны Шам, Шлуша, Адрейцон, там три стада, там собрается, скот собирается. Почему оттуда пьют воду, кормят, поют скот? Поют или как сказать? Поют, да. Ведарим, Ведарим, Веевен Дуранти, но там большой камень. Так, смотрите, что такое, называется мусар, а вода. Напомните слово, мусар, а вода. Мусар. Этика рабочая, как нужно работать. Это первый раз учиться, а потом будет еще раз будет учиться. Сейчас первый. Он приехал, да, приходит, там люди собрались, ничего не делают. Он все понимает. Он не видит, что там камень за камнем, что ждут, что собрутся все, чтобы двинуть камень. Он этого не знает. Так он что, хаверим, что вы делаете? Что вы делаете? Чтоб он подумал, что? Думал, что собрались, что хотят собираться идти домой уже. Филонят. Что? Филонят. Филонят. Хеврон? Филонят. Филонят. Так не работает. Почему? Если вы наемные работники, как наемный работник был? От восхода до захода солнца. То же самое, если есть скот. Воруете скот, обманываете скот. Ну, скот должен пустить это. Я помню, когда я жил в деревне. Утром я просыпался, колокольчик, где ты собирали, то идет, собирает или коз, или барашков, или корову, так, идет какой-то пастух, там по деревне, там не было сколько много уже, на поле, с ним было стадо и по 40-50, может, больше, но собирает так, слушай колокольчик, значит, просыпался утром с колокольчиком, то что, еле свет, еще до захода, но все, солнце выходит, идут пастись, так кормят скот, когда возвращались, когда солнце заходит. Уже темно потом. Так нужно работать. От восхода до захода солнца. Ведь если это скот ваш, помните скот. Если это не ваш, помните своих хозяев. И так нельзя работать. Так мне объяснили ему, что? Чтобы вместе... Да, чтобы джомпок собраться. Но смотрите, что, почему я говорю мусар, а вода. Как этика рабочая. Туда находишься, пришел в чужую землю. Что ты обучаешь людей, как нужно работать? Ты кто такой, что нас обучал? Мы тебя знаем вообще. Ты все какой-то пришелец здесь. Но он не может, это в нем это мод, не может это, он не может с этим смириться. Как, когда мы видим, дальше, когда будет работать у Лавана, это не только сейчас, а Моше Рабейну, когда приходит, когда убегает от Парона, помните? Приходит Медиан, Там дочери Итро, пасутского, там пришли пастухи, погоняют оттуда. Почему их выгоняли? Их папа начал крутить хвостом. Был у них первосвященник, потом нас оставили это, потому что смотрел, обучал. Был в Египте, был советник Паро, понял, что то, что раньше продали, это не то, то не то. Так он отошел от Медиана и начал давать им другие идеи, им не нравились, начали прогонять его дочерей. Так что делает Моше Рабейну? Видите это насилие? Прогоняйте их. Куда? Ты сбежал от Парона, тебя могут задать. Ты тоже пришелец. Пришелец. Но у него будет, как можно убежать от невинных людей? Это этика. Вот Якова идет, идет Авраама. Моше уже получает уже после. Значит, видно, что рабочая этика только начало. Но то, что добавим, за этим закончим, что показать, не объяснили, что делать Яков, ну ждать, что будет сейчас, пока придет, приходит и этот камень, что делает? Как пробку. Говорит, как ман пальцем, не как рукой, поднимаешь пальцы, так он снял этот камень. То, что трое ждут, что все трое сдвинули камень, Яков-то делает так. Космаешь, когда ты будешь что-то двигаешь в пробку, тебе нужно усилие больше, нет. Это пока пишет, пока еще кохо рав. Мазе кохо, его сила большая, рав слово гарбе. Не рав, что он равин, а рав слово гарбе. Кохо, его сила, кох, шело, то кохо, рав, что он сильно подавал. Поэтому, когда, чтобы Исав кто сильнее, не то сильнее, есть много-много вопросов, но
я вам скажу, когда перерезали Шхем, перебили его сыновья, так у Якова сейчас коленки начали дрожать. Убили, что это выяснилось. Почему? Как здесь тоже было. Было таки, сколько было побед на войнах. Там начали еще говорить, почему победили, мы самые сильные на Ближнем Востоке, Когда ты был самый слабенький, тогда побеждай, потому что здесь помогает. Нужно, когда человек полагается на свою силу, то он забывает Всевышнего. Так Яков тоже понимает проблему. Сейчас, если, когда приближишь Хем, сейчас нам все по колену. Яков устанавливает. Ну как вы знаете, Мидраш говорит, Яков, я рассказывал, в прошлом году, по-моему, рассказывал, так мне кажется, взял какую-то такую, скажем, дверь еще такое, или как ворота Азы, то сильнее, я или вы, спрашивает сыновей. Иуда, Шимон, папа, кто сильнее? Это не вопрос. Я, говорит, я не говорю, кто сильнее из вас, Илья или Иуда, Илья или Шимон. Вы все вместе или я? Я взял и двинул всю десятку, меня ничего не было. И может даже или Безеса тоже. Да, Безеса десятка. Кто сильнее? Потому что Рив, когда боится, или ты, кто его убьет, думаю, что за вопрос. Ривка знала? Говорит, нет, потому что он встанет, как там объясняет, если встанет против тебя, ты его убьешь, здесь было ясно. А его дети потом убьют тебя, может быть, не потомки. Так там комментируется. Так ваша сила, не только можешь учить, то бы тоже крепость. То, что хотел спросить. Первый пасух и поднял Яков ноги свои, пошел он на восток, а там он сюда приехал Ишиву. Потому что второй пасух он сразу же тут, у Ривки, его. Ты спрашиваешь то, что ты знаешь или хочешь знать? Почему я знаю? Мне тут комментарии. А ты знаешь Ишива? А? Значит, ты знаешь? Не, я слышал. Все так еще. Я не уверен. Ну, никто не спрашивает про Ишиву, но там не написано про Ишиву. Это на следующем уроке. Об этом. А? Где можно почитать об этом? Что он делал, когда выходит? Эти 14 лет. Ты знаешь, 14 лет. Тоже прочитал, значит, знаешь? Не прочитал, я слышал. Так слышал, но все как будто читал, не?